куда нам поход надо двигаться? Мы в Екатеринбурге. Мы идем. Мы идем по Екатеринбургу. Take a moment right here. Feeling like it's out gear. Driving towards the sun. With a rose and a gun. Feel the wind in my hair. Going nowhere, I swear. Like an outlaw on the run. Dangerous, but it's so fun. Running, running. Мы поздно проснулись, нас не разбудил проводник. Там все меня охуели, что мы не выходим. Да. И чё? И чё? Ты нифига, мы в последний момент вообще вышли, смотри, уже дверь закрывают. Где мы вообще? Мы в Нягане. А мы в той остановке вышли? Не знаю. Мы не там вышли. Может быть. Где какой-нибудь. Главное, музло качает, так всё нормально. Бужай сейчас будет делать диван. Я не знаю, что мне делать, Бужай. Короче, я уже не делал на связке на брусе. 100 лет. Давай, чтобы бронь не потерял. Чтобы бронь не потерял. Что так неудобно? Я бы... Судьи.
Рост, Орео закончились. Мы посадили. Все в целом отлично. Риша, ты что скажешь? Все нормально, мы узнавали. Все нормально. Да? Правда, придется 5-2 дня в поезде давиться роллтонами, но нормально. 7 часов в Екатеринбурге. Мы с Максом Ананьевым в Екатеринбурге. Мы в Екатеринбурге. Здесь все. Пойдем? Куда ты пойдем? Это было круто. Давай, давай. Пошла жара. Нихуя фу, я же не умею делать. Да ладно. Будет подачка? Кто? Все. Кто? Давайте. Это? Я имею всех. Раз, два, поехали.